Спасибо, дочечки, за хороший подгон. Классный сарафан, и расцветочка то, что нужно, и фасончик то, что нужно, и размер мне подошел. Во! А вот я нашла 5 число. Я стою в зеленом сарафане. И вот это мы ждали тогда, с соседями общались. Как раз тут можно сразу поливать, можно будет, и все. Но мне вот эти расцветочки, цветочки понравились. Вот, мне кажется, это то, что нужно. Елена, с моим днем рождения! Всем доброе утро, девочки мои! На улице погодка приотличненькая. Сегодня утро такое замечательное, хорошее. Солнышко выходит. 6:30 утра. На градуснике 24 градуса. Но то, что ветерочек дует, это хорошо. Ой, как здорово. Как здорово он дует просто. Просто прелесть. Еще раз всем доброе утро, девочки мои. Я сегодня в новом сарафанчике. Вы, наверное, видели, да? Василек недавно я снимала. И, в общем, вот этот сарафанчик, он мне очень нравится. Я его одела, он такой просторненький. И мне нравится вот этот вот голубенький такой цвет приятный. Так что сегодня я буду в нем. Уже искупалась, уложилась. В общем, красота. Поменяла постельное белье. Сейчас мне нужно пропылесосить. Сегодня у меня уборочка. Пропылесосить, пыль везде пособирать. Ну и потом постельное еще постирать. Потом что-то приготовить надо. И что еще? Новый домофон. Я же вам говорила в предыдущем видео, что новый домофон нам поставили. Раздали нам вчера магнитные ключи. Сейчас покажу, как магнитик выглядит. Вот так вот выглядит магнитик. Здесь умный дом у нас. И там на домофоне есть такой вот глазок, который снимает видео все. Но домофон я вам покажу потом чуть позже. Я спущусь вниз и покажу вам домофон. И еще покажу приложение. Я скачала приложение. Теперь с приложения можно видеть все. Кто там сидит рядом с домофоном, о чем говорит. Можно за предыдущие 3 дня еще все просмотреть. Ну и с домофона можно будет потом дверь открывать, даже если я не дома. Ну, в общем, удобно. Это мне прям интересно, любопытно. У меня дверь сейчас чуть-чуть приоткрыта, поэтому если какие-то там шумы лишние слышите, не обращайте внимания. Все, девочки, день начался, и сейчас я начинаю все с уборочки, быстренько прибраться, чтобы уже кайфануть в чистой квартире. Все, уборочку я закончила, чистота, порядок, пыль все собрала, все, постелька чистая, старую постельку грязную надо постирать, но она не настолько грязная, просто надо освежить. Так, 40 градусов, синтетика 90 оборотов хватит, время я чуть-чуть сокращу, ну на час поставлю, пусть бултыхается, все. Стиральная машина, если кому интересно, у меня Electrolux Time Manager на 6 килограмм. Покупала ее очень давно. А вот что мне дочь привезла. Купила она мне в Галамарте, кажется, вот такие вот картинки. Это вот эти вот картины из страз. Я люблю такие делать, но она мне выбор показала, какие выбрать. Я выбрала вот эти вот две. Мне показалось, они самые такие яркие, пестрые, классные. И вот такой вот сарафанчик. Она мне заказала. Васильки, кажется, тоже, да, вчера привезла. В общем, я его еще не мерила, сейчас померю. Классный сарафанчик. Это как раз из серии то, что я люблю. То, что здесь вот тоненькие бретелечки. Здесь он просторный, свободный, классный. И длина по колено. То, что нужно. И расцветочка такая веселенькая, привеселенькая. Мне нравится. Вот, это тоже будет мой любимый сарафанчик. Буду такой вот тоже по дому носить с удовольствием. И даже вам сниматься в этом сарафанчике буду. Спасибо, дочечки, за хороший подгон. Классный сарафан. И расцветочка то, что нужно. И фасончик то, что нужно. И размер мне подошел. Во!
Я решила распаковать одну коробочку. Начну я делать алмазики вот с этих одуванчиков. Они такие разноцветные, такие классные. Вот, вот они тут. Циферки, буковки. И наклеивать вот это все буду. И вот такие стразики. Разноцветные, такие цвета классные, приятные. Ну, в общем, размер стразов такой же. Ванночка, палочка. Все то же самое, как на тех. Только тут картинка 20 на 30, и она вся войдет в рамку 20 на 30. Ну, посмотрим, до этого надо еще дойти, добраться. Но вот это, конечно, красиво будет, мне кажется, смотреться, обалденно. Но этим я займусь занятием попозже. Сейчас, сегодня мне не до этого, завтра день рождения у дочки. А вот после дня рождения, уже на следующей неделе, я думаю, что я найду время, сяду и начну ковыряться. Хотя, кто его знает, а может и раньше. Всем привет, мои хорошие! Уже день следующий. Сегодня 8 августа, день рождения моей дочки. И, в общем, я тут вся на суете, как бы уже собираюсь, оделась, перемерила кучу одежды. То не то, то не нравится, знаете, как обычно бывает. Немножко подкрасилась, чуть-чуть, ресницы красить не стала, потому что мы там будем отмечать день рождения на бассейне. Я взяла купальник, собираюсь окунуться. Поэтому тушь я не стала красить, не стала сильно краситься. В общем, чуть-чуть слегка. Кстати говоря, губная на мне, это вот эта, которая проявляющаяся. Вот то, что я последний раз Фаберлик вам показывала. Вот. Ну и сейчас я выхожу заранее чуть-чуть, чтобы дочке помочь. Там, ну, стол не стол, в общем, что там надо, я не знаю, помочь. Еще надо забежать, купить цветочки ей. В общем, буду дарить конвертик и цветочки. Одела я штанишки беленькие и, в общем, вот эту блузочку. Ну, это то, что мне вот комфортно и в то же время более-менее приличненько. А еще ж я вчера вам тему открыла про домофон. Сейчас я спущусь вниз. Вчера я уже не спускалась. Я вам просто покажу домофон, как он выглядит. И потом вставлю вам, я вот поснимала приложение, как оно работает, в принципе. Вот, ну это так параллельненько. Ну и что, все, сумочки у меня готовы, отправляемся. Вот так вот выглядит наш новый домофончик, девочки, вот такой вот классный. Ну а приложение я вам покажу позже. Девочки, скачала я на Play Market вот это приложение «Умный дом.ру» называется. И вот это приложение прикольно. Теперь с приложения я могу онлайн смотреть то, что происходит у нас там. Там камера внизу на домофоне, она снимает все. И вот онлайн это тоже то время, которое у меня сейчас. Вот сейчас 07:41. И вот 07:41. На данный момент там никого нету. Но можно посмотреть, допустим, что происходило вчера. А вчера у нас что было? 6 число. Это надо поставить, вот, допустим, вчерашний день, 6 число, и поставить время, которое я хочу, да? А время какое у нас вчера было? Вот, 18, скажем. 18:30, к примеру. Окей. Вот, и теперь я смотрю это время, что у нас происходило в это время. В это время мы там на лавочке уже стали собираться и ждать, когда нам будут выдавать ключи. А вот я нашла 5 число. Я стою в зеленом сарафане, и вот это мы ждали тогда, с соседями общались и ждали ключи. Но нам ключи в тот день не принесли. И вот что я вам хочу сказать, что имейте в виду, что за 3 дня можно просмотреть и прослушать все, что происходило, вот, допустим, 3 дня назад. Пока не работает, соседка говорит. А оно там все работает и все пишет. Так что можно все подслушать, разговоры и в онлайн, и 3 дня назад. Обычно 8 августа всегда, вот сколько помню, очень страшная духота. Но сегодня тоже духота, хотя по прогнозам сегодня должен начаться дождь где-то после обеда и лить до самой ночи. Но не знаю, может быть будет дождь. Вчера должен был тоже быть дождь, но он пошел ночью. Прошел так чуть-чуть, и все. Так что прогнозам верить можно не верить. Вот. Ну, в любом случае, будет все равно тепло, будет жарко, поэтому все равно будем купаться, и дождь нам не страшен. Ливня не будет, и все будет хорошо. Привет.
Так, ну а сейчас я хочу купить цветочки. Сейчас я зайду в одно место. Может быть, еще в другое. Куплю цветочки и отправлюсь к ней уже. Надо же цветочки обязательно подарить имениннице. В общем, можете меня поздравлять, девочки. Я уже знаю, что вы будете поздравлять. Поздравления принимаю. И всем уже спасибо большое за поздравления. Вот такой красивый букетик, девочки, на меня глянул. Как раз тут можно сразу поливать, можно будет и все. Но мне вот эти расцветочки, цветочки понравились. Вот, мне кажется, это то, что нужно. Девочки, мы только пришли, и тут прямо дождь как начался, да, такой. Я нарезаю стол, накрываю. Тут доставку уже привезли, вот что-то. В общем, короче говоря, будем сидеть под навесом. У нас тут навес есть. Так, именинница наливает шампанское, я шампанское не пью. Маме сока, да, мама сок будет. Все, дети уже, вот уже рвутся в бассейн. Дождь быстро прошел, потом вылезло солнце, потом солнце исчезло. И в общем, как я понимаю, небо будет меняться сегодня. Ну, мы на это не обращаем внимания, потому что жарко на самом деле. Там еще лягушатничек маленький для детей есть. О, короче, здорово здесь. На воздухе самое главное. Я не могу открыть, что такое? Закусочка всякая, но это еще не вся закуска. Что делать? Сегодня тебе предстоит все открывать. Кристинка, поздоровайся с моими девочками. Всем привет, меня зовут Кристина. Да. С днем рождения вашу дочку красивую, она сегодня самая красивая. И вам здоровья и счастья. Главное, чтобы счастье было у мамы, а у детей тем более будет. Спасибо, здоровья. Спасибо. Такая же красивая была, вы видели, как она секси сегодня. Да. Мама Чоля. Доча, ну я тебе еще раз, в который раз я тебя поздравляю. С днем варенья, дорогая моя. Спасибо, моя дорогая, любимая мать. Да. Все, родилась моя красавичная, родилась. Умничка. Умница, красавица, все. А еще у нас тут девушка какая. Полина. Полина Бонд, да. Всем привет. Вот. Я здесь впервые. Все, на моем канале впервые снимаешься. Да. Это когда приходим, Селена знакомы. Да мы вроде знакомы, а нет, мы же. Да, да. Это настолько, когда много видишься, Полина, да, уже, да. Кажется, что все уже кажется, свои люди, да? Да. Так, у нас тут круги есть для желающих. Аж 3 штуки кругов. Шезлонги, кресла. Вот кресло это как раз для бабушки, то, что нужно. Вот такой вот бассейн. Сейчас Дэнни круг оденет мама и пойдет он туда купаться. Сейчас и я пойду купаться. Но я хочу посмотреть, что тут еще во дворе есть хорошего. Ну, в общем, симпатично. Вот тут можно полежать. Вот, прям камушки такие. А вот это для малышей есть такой маленький бассейнчик. Сейчас у нас, если Лена придет с малышкой, вот тут какие-то игрушечки есть. И вот такой вот маленький бассейн для малышей. Лягушатничек. Вот тут прям такая искусственная трава. Ну, красиво сделано. Еще 2 шезлонга загорать. Здесь есть этот зонтик. Так. Симпатичная тут какая клумбочка, травки такие. Мне нравится прямо. Здоровско. Так, а вот это что такое? Это я не знаю. А, ну это, наверное, прибор для этого, для бассейна. Все ясно. В общем, тут зонтик. 1, 2, 3 зонтика, помимо верандочки. Ну, классно. Туалет есть, раздевалка есть. А вот это что? Это что, что-то такое еще? А, тут помимо прочего еще есть душ. Классно, душик. Туалетик. Денька дождался наконец-то. Круг, все. И теперь он прям с воды не лазит. А я тоже уже окунулась. Так, мне так все нравится, что я даже не знаю, с чего мне начать. А вот это с чем? Не знаю, мамочка, все надо пробовать, солнышко. Все надо пробовать. Такие красивые, разнообразные вот эти вот роллы. И сырые проволоки. Девочки, тарелочки. Ваня, первый раз. Потом нам тоже будут. Смотрите. Приехал на день рождения. Роллы, виноград. Одни блогеры собрались, да-да. Вырастили виноград. Девочки, я снимаю всех. Кто-то снимает меня, но саму себя я не снимаю. Так что увидите у кого-нибудь во влоге. Ну, дочки увидите, это точно. Все, иду кушать.
Мама Чоли в заплыв ушла. Да, говорит, мамушка пошла в заплыв. Говорит, что ей очень хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дэнь, давай кепку. А вот и я. Дэнь, я кепку дал быстро. Счастливая мама. Не дам. Селена. Мама Чоли пошла в заплыв. Нет, не дам. Как водичка? Водичка классная. Мы не будем водичка после. Хорошо. Дэнь, не дам. И Деня. Деня плавает. Ты прямо окунись и сразу покайфуешь. Ой, ой, чуть-чуть там. Получишь удовольствие. Все, я выхожу. Давай. Мне много не надо. Дайте просто снимать одну. Все снимаются, фотосессию сейчас устроили, фотошоп. Ну и я тут на фоне неба, конечно, на фоне моря. Ну, а как тебе на море? Нет, я на море. Я вообще как... Я тебя вывезла на море. Да. Как тебе, погода я нравится? Я на море, да. Класс. Ты на Мальдивах вообще? Да. Ты, в принципе, за границей. Океан. Это океан. Безбрежный. Безбрежный океан. Заплыв. Можно кофту под водой сделать? Не, я нырять не буду. Или до шеи. Плыви. Мальчик, а может, ты мне дашь мне мой коктейльчик? Он стоит. А ты поплывешь? Для тебя? Для меня поплыви. Я тебе коктейльчик принесу. Коктейльчик. И будет тебе коктейльчик. Тебе давай. Поплыть, да? Да, плыви. Классно. Хорошо. Классно, да. Все, несу тебе коктейльчик. Хорошо. Классно. Неси мне коктейльчик. А я смотрю на эту девочку, думаю, где я ее видела? Потом я поняла, вы сделаете вместе физкультуру, да? Да. Все знакомые лица. Да, я, кстати, смотрела на ваше упражнение и завидовала белой завистью. Думаю, блин, мне уже так скакать слабо вообще, капец. Я тяжелая стала. Мне тоже слабо, очень тяжело. Настя заставляет. Не, ну мне просто даже с таким весом уже все прыгать это вообще. 23 года тяжело. 23. 36 тяжело. 57. Да. Так, девчули переместились в бассейн. Все девчули переместились в бассейн. Так, Полинка пока тут поджигает тортик. Так, остальные, кто снимает. Сестричка моя тоже пришла. Maya to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Как там будет, я не знаю по-английски, но не важно. To you. Дуйте, 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 дуйте. Желание на двоих. Спасибо, мои хорошие. Все, нападаем, резиновый торт. А теперь надо ударить. Носиком. Спасибо. Ну вот и все, девочки мои. Поела я этот тортик. Там чизкейк был, как тортик. Как чизкейк замороженный. Ну, в общем, все уже. Там немножко еще... Девчата остались, но я уже еду домой, потому что я, честно говоря, вообще сегодня думала на 2 часика пойду, побуду пару часиков, потом домой поеду. Я уже вам говорила, что мне тяжело вообще переносить все такие вот застолья, всякие посиделки, все это мне тяжело. Но, тем не менее, пробыла я целый день, вот уже вечер. Ой, 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 как тут шумно. И вот уже вечер, и я уже, собственно говоря, отправляюсь домой. В общем, что смогла снять, сняла, не обессудьте. Какое видео получилось, такое получилось. Ну, а я хочу на этом видео свое закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч, мои хорошие. Пока-пока.